Добрый день, дорогие друзья. Как хорошо меня видно и слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если видите и слышите меня нормально. Спасибо. Ну что, мы сегодня с вами начинаем очень интересный вебинар из серии вебинаров про вебинары. Сегодня у нас один из руководителей компании Гиперметод Дмитрий Кречман проведет вебинар, посвященный вебинарной системе компании Гиперметод, которая называется E-класс. Система, которая мне самому очень нравится. Дмитрий мне ее показывал, у нее есть уникальные свойства. Надеюсь, вы с ними сегодня познакомитесь. Как всегда, перед тем, как начать, я хотел бы сделать несколько объявлений от Директ Академии. Напоминаю, что Директ Академия – это вебинары каждый день. И первая ссылка в самом начале нашего чата ведет на главную страницу нашего сайта с расписанием. В этой странице вы можете познакомиться и с расписанием на весь текущий год до конца июня месяца и зарегистрироваться на любой вебинар. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube. На нем будет лежать в том числе и запись этого вебинара. Я думаю, что к концу недели где-то. И, наконец, третья ссылка ведет на страницу онлайн-курсов, где в настоящий момент описаны 9 онлайн-курсов. Один в настоящий момент идет, и один у нас начнется в марте. Еще один скоро появится среди предложений. Это будет курс Марины Орешко. Наконец, последняя ссылка, четвертая, ведет на страницу выдачи сертификатов, на которой вы сможете приобрести сертификат сразу после окончания нашего вебинара. А еще я хотел бы проанонсировать 3 вебинара, которые пройдут в ближайшее время, сразу после сегодняшнего нашего вебинара. Завтра, в пятницу, 8 числа, будет вебинар Татьяны Телегиной «Ошибка выжившего или подводные камни вебинариста». 11 в понедельник, 11 февраля, вебинар Ивана Травкина из Южно-Сахалинска «Как сделать 14-секундный контент и чем он может помочь в обучении». И 12 февраля в 12 часов Наталья Башкова, наша сотрудница Директ Медиа, проведет вебинар «Открываем мир чтения с библиотекой нонфикшн». Все, моя вводная часть закончена, и я с удовольствием передаю слово начнем вебинара. Прошу, Дмитрий. Да, спасибо, день, коллеги. Добрый день те, кто участвует в вебинаре, и если кто-то не успел, то я надеюсь тоже добрый день для тех, кто смотрит этот вебинар в записи. Я благодарен Павлу за вступление и за представление. Действительно, Павел немножечко знаком вот с нашим продуктом, хотя он может быть не такой популярный, как там webinar.ru, да, или какие-то другие системы, в том числе и Мирополис. Он относительно новый. И моя сегодняшняя задача, которая передо мной стоит, доказать вам, что он чем-то заметно отличается, в общем-то, от всех вебинаров, с которыми вы, наверное, сталкивались до настоящего момента времени. Формат сегодняшнего нашего мероприятия может быть не такой большой, не такой длинный, потому что основная задача моя – показать. Но поскольку вы все участники вебинаров хорошо представляете, что это такое, да, как базис у нас у всех как бы есть, я буду останавливаться, наверное, только на каких-то частностях и особенностях нашего продукта. У меня заготовлена для вас презентация, и первый слайд вы видите и на экране. Ну, тут я еще сегодня успел утром добавить выстрел из пушки на Петроволжской крепости, потому что ровно в 12 часов, то есть тогда, когда начал Павел, у нас по традиции в Петербурге производится выстрел, и вот пример этого вы можете здесь как бы видеть, ну, чуть-чуть погрузившись в как бы нашу городскую, да, среду, заснеженную, наверное, так же, как и у вас всех. Снег у нас выше крыши, не пройти, не проехать. Спасибо всем, кто участвует в этом зимнем,
кавычках, безобразии. Итак, возвращаясь к нашим продуктам, два слова скажу о нашей компании Гиперметод. Если кто-то не знаком, то может составить представление. Вообще мы разработчики программного обеспечения, как вы уже поняли, находимся в Петербурге и на протяжении многих лет занимаемся созданием систем электронного обучения, оценки персонала, внедряем в разных компаниях и организациях. Вот часть из них вы здесь можете видеть. Мы на базе наших решений сделан, например, корпоративный институт компании «Газпром» или корпоративный университет других компаний, которые вы здесь можете видеть. Ну, «Штада», например, тоже наиболее известный. Да, вот сейчас эпидемия гриппа. Наверняка кто-то из вас пользуется таблетками, которые производит эта нижегородская компания. Вот. Акрихин тоже, кстати говоря, причастен вот к эпидемии гриппа, ну, в хорошем смысле этого слова. Катрен, да, тоже фармацевтика. Ну, наверное, йогурт Данона всем известны, да, это тоже наш клиент. Или Уральский федеральный университет в Екатеринбурге находится, я знаю вот сейчас по списку участников, что не только из Уральского федерального, но и из других организаций Екатеринбурга здесь принимают участие коллеги. Для вузов, да, мы много делаем, Московский государственный строительный университет, Российский государственный социальный университет, ну, множество вузов, в общем-то, используют наше решение в области электронного обучения, не только вебинаров. Вебинары – это одна из компонентов большой платформы, которая называется e-learning 4G, которая вот внедряется в различного рода организации. Да, значит, и моя задача рассказать о одной из компонентов. Я не буду сегодня рассказывать про LMS, да, у нас система электронного обучения или там проектное обучение, у нас другие вебинары были посвящены или будут посвящены отдельным компонентам по вот нашей компании. Итак, расскажем про вебинары. Для этого, да, эту презентацию я сейчас показывать не буду, потому что постараюсь показать это живьем, это будет, наверное, нагляднее и полезнее. А презентацию вы можете скачать, она в общедоступных материалах. И, ну, просто на память, потому что чаще всего, да, все-таки с презентацией работать проще, чем с записью вебинара. Тем не менее. Да, и последний организационный момент. Есть вкладочка «Вопросы», чтобы мне было проще. Если вопросы возникают, вы пишите, пожалуйста, ее вот туда вот. Вопросы не в общий чат, да, а во вкладочку «Вопросы». Я с удовольствием на них по ходу дела, либо по окончании основной части отвечу. Ну, пока вы пишете эти вопросы, я постараюсь включить трансляцию экрана. Не так просто, как мы с Павлом убедились на начальном этапе. Не всегда она здесь работает в Верополисе. Ну, например, у меня из трех компьютеров только один, да, смог это сделать. Но, тем не менее, значит, попробуем начать эту трансляцию. Сейчас на экране вы должны увидеть, у вас должен появиться виртуальная комната, виртуальный класс. Поставьте плюсик, пожалуйста, если видно, да, там должны быть прыгающие буквы «Welcome». Угу. Да, спасибо большое, Владимир Валентинович, рад, что вы поставили мне плюсик. Да. Да, еще такая маленькая особенность, поскольку я вот вынужден показывать это все и как бы в одном вебинаре показывать другой вебинар, то, к сожалению, из-за того, что у меня только одна веб-камера, во втором вебинаре, который вы сейчас видите, про который я рассказываю, вы меня не увидите, потому что, ну, конфликт ресурсов идет между различными приложениями, в частности, Мирополисом и нашим E-классом. Поэтому либо там, либо здесь, но я уже останусь пока здесь, да, вот в Мирополисе, значит, объясняя, что там происходит. Я попросил своего коллегу Евгения Голландцева, нашего сотрудника, подключиться тоже в качестве одного из участников, вот, уже как бы в наш E-класс, чтобы вы могли убедиться, что, в принципе, там видеопотоки работают. Более того, заранее скажу, что он подключился не просто так, он подключился со своего сотового телефона, со смартфона, в данном случае это Android машинка какая-то. Как вы видите, да, он там сидит, занимается своей рабочей деятельностью, а телефон его подключен к вебинарной комнате, и с телефоном он может участвовать в нашем с вами вебинаре. Мы его потом его попросим по ходу дела что-нибудь там с этим телефоном походить, продемонстрировать. Точно так же я, как ведущий, мог бы подключиться туда
С телефона, ну, поскольку вот мы все-таки за компьютером, да, я этого не стал делать, попросил Евгения. Чем отличается, я вообще хотел сразу, как бы, основной посыл, почему мы разрабатываем такие продукты и как бы, какая была основная идея. Значит, ну, как бы и раньше у нас в портфеле нашей компании был вебинар, который назывался iWebinar. Он был традиционно сделан, как и практически все вебинарные продукты на флеше, в том числе вот и Мирополис, да, он как бы использует флеш в полном объеме. Но, да, и входил в состав вот нашего общей платформы E-Learning 4G в качестве одной из компонентов, потому что общение в онлайне, там условно, да, с говорящей головой, многим нужно, там видеолекции, какие-то, ну, при этом Высшая школа экономики использовала продукт для нашей питерской, я имею в виду, для проведения заседаний кафедры, поскольку там в основном преподаватели все дома, да, как бы не кучкуются в рамках одной территории, то вот они таким образом устраивали заседание кафедры. Но со временем мы как и все с вами, да, узнали, что флеш-технология, в общем-то, которая сейчас владеет компанией Microsoft, она подходит к своему логическому завершению, то есть завершается, и нужно переходить на новый технологический базис. Это как бы тезис номер один. Почему необходимо было создавать новый продукт? Первое. Наш вебинар не требует и не использует ни в коей степени какие-то дополнительные приложения, типа флеш, которые требуют устанавливать, разворачивать, там, например, там, для захвата экрана или просто для воспроизведения видео или звука. Наш продукт, который называется E-Class, он использует технологию WebRTC, которая встроена во все современные браузеры. В разной, правда, степени она встроена немножечко по-разному, отсюда возникают какие-то проблемы. Но тем не менее, мы с вами понимаем, что это такая магистральная дорога, и как бы вот этот базис так или иначе все рано или поздно станут использовать. Ну и в эту сторону, вы знаете, тоже идет и вебинару, и какие-то другие системы, с которыми вы сталкивались. То есть первый тезис – нет никакого флеша. Соответственно, нет проблем с безопасностью, нет проблем, связанных с тем, что иногда, да, как бы обновляя плагин флешовый для браузера, в который там вкрадываются ошибки, могли там подвесить весь учебный процесс, тоже такое бывало и у нас, и в нашей практике. То есть вы независимы от стороннего производителя. У этого есть плюсы, про которые я сказал, есть и минусы, связанные с тем, что браузеры должны быть достаточно современными, и, например, там Internet Explorer там категорически никогда уже не будет поддерживать технологию WebRTC, а Edge, например, который Microsoft в текущем времени браузер использует, он тоже WebRTC поддерживает не совсем так, как все. Ну, это такое общее правило Microsoft, в общем, делать не совсем так, как все, и поэтому часто продукты Microsoft не очень совместимы со стандартами, как мы видим. Вот, в общем, тоже как бы есть обратная немножечко сторона этого вопроса. Но мы с вами знаем, что наиболее распространенным браузером сегодня является Chrome, Google Chrome, да, поэтому вот в первую очередь Google Chrome, Firefox, Mozilla, Safari – это те браузеры, которые имеют и мобильные версии, как вы видите сейчас, вот Евгения, да, там, который рядом с Welcome находится. То есть на большинстве, абсолютно подавляющем большинстве устройств, там, планшетах, смартфонах и обычных компьютерах все это дело работает. Это раз. Это первый тезис. Базисный был связан с технологическим, со сменой технологического базиса в части мультимедийных всяких вещей. Второй посыл, который был, он был, мне кажется, более интересен, если первое это очевидно. Сейчас попробую переключить. Значит, он связан с тем, что, может быть, вы знаете, сейчас перед вами, я пока не буду запускать само видео, да, но наверняка вы сталкивались с этим мультфильмом замечательным, он называется «На краю земли». Он относительно старый, начало 2000-х годов. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если кто-то его видел и смотрел. Помните, «На краю земли» – это такая таможня, и там... запустим его.
А чтобы вам просто напомнить, я надеюсь, что там Мирополис успевает показывать хотя бы, да, что-то. Так, коллеги, вот мне тут в чате написали, что заглавный слайд у кого-то на экране. Подскажите, напишите, у кого заглавный слайд. Да, ну корову видно должно быть, да. Ну, да, я уже давно заменил заглавный слайд, и сейчас идет демонстрация экрана. И, ну, видите, там как бы Евгений тоже ходит по нашему офису заодно. И там нам пытается продемонстрировать, что можно с телефоном, да, вот так вот вебинары проводить. Угу. Все, хорошо, значит, видно корову. Итак, как я понимаю, ну да, про Мирополис я ничего не могу сказать в этом плане относительно смартфонов. Значит, итак, возвращаясь к корове, это замечательный мультфильм. Вы знаете, да, это лучший мультфильм в Европе там какого-то года. И еще один мультфильм вам покажу, который, собственно говоря, и стал поводом для создания нашего вебинарного класса. Тоже, наверное, видели, да, если, значит, называется «Мы не можем жить без космоса». Лучший мультфильм в Европе позапрошлого года, который сделан здесь у нас в Петербурге на студии «Мельница». Так получилось, что его автором является Константин Бронзит, мой хороший знакомый, и мы с ним обсуждали возможности использования технологий дистанционного обучения вот, в преподавании для студентов и в повышении квалификации в часть вот, для той категории слушателей, которые связаны с анимацией, с режиссурой. И вдруг пришли к выводу о том, что вот в таком же формате, да, в формате вебинаров, вдруг пришли к выводу, что ни одна из текущих платформ вебинарных, будь то там Big Blue Button, будь то Мирополис или Webinar.ru, в полной мере не соответствует или не отвечает тем требованиям, которые предъявляются при преподавании и ведении такого типа дисциплин, как режиссура, анимация, таких творческих, да, потому что в значительной степени схема или методика преподавания в этой области, а у нас здесь есть в Петербурге такой университет кино и телевидения, где, соответственно, ведутся соответствующие направления подготовки студентов. Так вот, связано с тем, что для преподавателя важно, когда мы говорим про режиссуру, да, про какие-то эмоциональные составляющие, про истории, про такой творческий подход, они все вот эти дисциплины высококоммуникативны. То есть для преподавателя важно не просто прийти, показать слайды, рассказать что-то, задать контрольные вопросы и уйти. Для него важно постоянное взаимодействие с аудиторией. И что немаловажно, а что, может быть, и самое главное, преподаватель должен понимать, а то, что он объясняет, и то, что он рассказывает, люди это вообще-то понимают? Ну, то есть, как они реагируют? И вот это стало отправной точкой в рассуждениях, как и проблемы, которые мы пытались решить, каким образом, какими инструментами мы можем преподавателю дать возможность почувствовать аудиторию. Вот сейчас я с вами нахожусь в Мирополисе, и, в принципе, единственный, ну, их два, да, основных механизма, простой, да, это когда я вас прошу поставить плюсики, и я вижу, вот, сколько человек зарегистрировалось, и примерно сколько плюсиков. То есть, вы вообще-то как-то реагируете на мои слова и на мои действия, или там на то, что я показываю. Или не просто включили вебинар и пошли заниматься своими делами, может быть, даже не сходя с рабочего места. Вот эта основная идея – понять, насколько вовлечена аудитория, дать инструменты вовлечения и более-менее как-то автоматизировать этот процесс, связанный с вовлечением и отслеживанием этого момента. А так же, как вы приходите в аудиторию, если вы преподаватель, я тоже вот доцент, да, я много лет там читал лекции, вел практические занятия у нас здесь в Петербурге, в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете.
И когда ты приходишь в аудиторию, она перед тобой сидит, и ты видишь, кто смотрит в окно, кто занимается какой-то другой ерундой, да, кто тебя действительно реально слушает. И это не обязательно те люди, которые на первой парте. Вот второй посыл был, да, дать возможность, еще раз подчеркну, людям, преподавателям, ведущим вебинара в данном случае, чувствовать, понимать, насколько аудитория вовлечена, она вообще в теме, в контексте, да, вопроса, который ты рассказываешь, или нет. И для этого мы сюда встроили некоторые инструменты. Ну и третий посыл, конечно же, это связан с тем, что для преподавания такого типа дисциплин, про которые я говорю, да и для многих других, форм-фактор слайдов, он весьма такой прокрустово ложе, да, в которое преподаватель загоняется, он должен все сделать в слайдах, показать все это на каких-то слайдах, на каких-то схемках, и ну да, это, наверное, это просто и популярно для многих, но тем не менее это совершенно недостаточно часто бывает для того, чтобы выстроить то обсуждение, которое требуется. Тоже маленький пример. Я вот, как я уже сказал, я преподавал в ЛТИ, ну, СПБ ГТУ сейчас называется. И это достаточно такой, ну, не древний, но, значит, там более 100 лет, ему там около 120 лет. Его первым ректором был, выбранным ректором был всем известный профессор Попов, изобретатель радио. И еще сохранились те аудитории, когда я учился, в которых до революции проходило обучение студентов. Большие, ну, по-нашему, да, там, потоковые, условно, аудитории. Что поражало, вот сейчас приходишь в какую-то аудиторию потоковую, например, в ВУЗе, практически в любом, да, ну, там доски, понятно. Одна доска, две, в зависимости от размера аудитории, ее там какой-то возможной специализации. А там были доски, не просто доски. Там, ну, понятно, что сейчас стеклянные, да, такие зеленые, раньше были такие коричневые, все, наверное, помнят их по обучению в школе еще. Там были доски, которые занимали первую всю стену, и на полиспасте можно было одну доску поднять, а вторую опустить. То есть перед человеком открывалось вот весь конспект условно занятия, да, лекции, когда лектор писал, да, все было одновременно видно. То есть не нужно было стирать ничего, грубо говоря. А можно было писать, 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 и перед человеком он всегда мог вернуться, и слушатель, кто участвует в мероприятии, и преподаватель, какой-то компоненте, который он объяснял, элементу более раннему, опустить первую доску, поднять вторую. Вот такое, в кавычках, ну, в принципе-то, мобильное устройство для обучения, да, было еще тогда придумано. И вот это третий посыл, который, может быть, менее очевиден, но я его сегодня тоже проиллюстрирую. Идея в том, чтобы контекст, в котором я нахожу, учебный контекст, он был всегда доступен для человека, который вот в этом актором является учебного процесса в текущий момент времени. То есть я бы мог всегда посмотреть и на частности, которые мне сейчас объясняют, и на все сразу, на то, чем мы сегодня, основной предмет, чем я занимаюсь. Вот такие три посыла было. И теперь я уже расскажу, как, собственно говоря, они реализуются. А да, ну еще четвертый такой маленький, это такая упрощенная коммуникация. Вот посмотрите, мы с вами, даже это можно проиллюстрировать сегодня на примере нашего чата. Мы же не создаем с вами опрос какой-то, да, там, не пишем вопрос, слышно меня или нет. Да? Мы просто спрашиваем, слышно нас, поставьте плюсики. И так побежали плюсики какие-то. Хотя есть механизм опросов, да? Но для нашего простого относительно вопроса мы не хотим пользоваться таким сложным механизмом. Нам нужно что-то простое. Но как бы вот то, как это здесь было сформулировано в нашей платформе, это называется короткая коммуникация, тоже я этот момент проиллюстрирую, как можно упростить эту короткую или сделать ее чуть-чуть более эффективной. Ну и так, что же у нас тут как бы есть на экране? Ну, вы уже, наверное, поняли, да, это следует и из той технологии, которую мы используем, нет никакого флеша, то есть только браузер в чистом виде, из основного посыла, что мы можем использовать в качестве медиа информации практически все, что воспроизводится в браузере. Ну, например, это GIF анимированный. Если вы его загрузите в любую другую систему, которая использует флеш, да, в лучшем случае это будет статическая картинка.
Но здесь это анимированный GIF. Естественно, что важно, что по этому GIF, как и по любому другому объекту, в принципе, мы можем с вами использовать механизмы рисования. Ну, обратите внимание на свечку, да, которая тут, свеча, которая дает импульс при сжатии, да, значит, поджигает топливо, это газово-бензиновую смесь. И, собственно говоря, от чего происходит при применении силы, да, и этот маховик начинает двигаться. Вот первое свидетельство очень простое, это то, что вы можете использовать гифы. Это можно сделать, как вот помните, с Welcome в качестве просто развлекаловки какой-то, так чтобы было повеселее ждать, например, начала. Это можно делать чисто педагогических целях, как я уже сказал, для того, чтобы показывать принципы работы устройств, например. Ну или для того, чтобы какие-то кейсы, например, да, ситуационные, вот можно было тоже, есть огромное количество таких вот забавных мемов анимационных, да, их использовать. Помните, в свое время и Павел Калиник, ведущий наш, организатор нашего сегодняшнего вебинара, часто использовал Джона Траволту в качестве примера, да, в иллюстрации. Второе тоже, вы уже заметили, да, это связано с тем, что мы можем использовать видео. Ну, например, этот ролик, он сейчас, это ютубовский ролик. Сюда просто дана ссылочка. Но мало того, что мы его с вами можем здесь посмотреть. Сейчас отключим рисование только, да? Там будет подгружаться. Так он еще будет синхронно воспроизводиться у всех участников. И если я в ходе ролика перемотаю его на какую-то секунду, то у всех автоматически эта синхронизация видеопотока сохранится. Я могу остановить этот ролик, опять же, воспользоваться какими-то элементами, связанными с маркером, с каким-то выделением, да, и обратить внимание наше с вами на ту или иную компоненту. На глаза, например, да, или там на 5 пальцев на руках. Ну, не принципиально на что. Но важно то, что все это происходит синхронно. И если мы продолжим далее воспроизведение, то, соответственно, у всех, кто участвует в вебинаре, в том числе и у Евгения, который там сейчас находится, соответственно, видеопоток будет синхронизирован. Это важно когда? Тогда, когда... Ну, остановим. Когда мы используем в качестве содержания какой-то видеоматериал. Ну, для режиссуры, наверное, понятно, да, мы можем посмотреть фрагменты фильма, посмотреть мизансцену, ракурс, объяснить, почему камера движется именно так, но я уверен, что в своих предметных областях вы совершенно замечательно можете набрать большое количество видеоматериала, на том же YouTube, например, для того, чтобы показать принципы работы или методики, или что-либо еще из вашей предметной области. Этим тоже отличается наш с вами вебинар в части воспроизведения мультимедийной информации. Ну и еще несколько примеров. Да, понятно, что сюда можно загрузить презентацию, это банально, я не буду показывать, но не только презентацию, это все офисные документы. Например, я вот сюда подгрузил какую-то табличку из Excel, да, вот это Excel-ная табличка, на самом деле, в таком вот виде. Но есть еще один пример, который... на который бы я хотел ваше внимание обратить. Давайте вот возьмем даже не его, а чуть-чуть другой пример. Помните, я приводил пример в аудитории профессора Попова, в которой есть две огромные доски на полиспасте, которые в противовес как лифт поднимается наверх, значит, и не нужно стирать. Вот та же сайт, здесь я должен сказать слова благодарности Павлу Калинику, который в свое время, там несколько лет назад, обратил мое внимание на вот такой подход к визуализации данных, больших данных, то есть больших картинок, схем. Ну, у Павла были примеры в области живописи, там, насколько Босх, по-моему, был что-то такое. Вот, у меня пример немножечко по гражданскому, более такой нейтральный. Вот смотрите. Мы в данном случае это маленький фрагмент учебного пособия по обслуживанию паровоза там, для одной из компаний. Тогда, когда нам необходимо общее понимание, то есть
общая схема, да, и контекст, в котором мы находимся. То есть я что-то объясняю, и это все в рамках вебинара происходит. Есть участники вебинара, я что-то им рассказываю, и в этот же момент времени могу работать с материалом, приближая его, удаляя, перемещая с одного элемента на другой, воспроизводя там, в том случае, если необходимо, какие-то компоненты, там, если есть видео какое-то, да, рассказывая, и вот такую интерактивную, сейчас не буду сказать, что не перегружается система, еще видеоролик, да, встроен, вот такое интерактивное взаимодействие устроить с участниками. Да, вот рассказываю, показываю какой-то материал. Это как раз та моя большая доска в аудитории профессора Попова, про которую я говорил, как раз не слайды, да, тогда как мне нужно визуализировать и одновременно дать людям понимание контекста вообще в целом. Не отдельной какой-то деталькой там, компрессора, да, вот он там изображен на схеме, но в целом вот всего этого большого замечательного паровоза. Ну, в данном случае это мне веб-камера мешает, поэтому я могу их тут попереставлять, соответственно, если есть необходимость, да, чтобы мои детальки тут не очень мне там закрывали что-либо. Вот такая иллюстрация принципа общего единого пространства для учебного контента, в котором я могу работать. Это принципы, связанные с визуализацией. О чем еще вот о некоторых из этих принципов, которые я вначале обозначал, хотел бы рассказать для вас. Да, еще раз повторюсь, что в презентации есть, то есть вы когда будете смотреть презентацию, вы там найдете соответствующие примеры, и вот в контексте моего рассказа будет все достаточно понятно. Давайте пойдем дальше, да, вернем Евгения на свое место. Обратите внимание, значит, ну понятно, с рисованием разобрались, с визуализацией разобрались, естественно, еще трансляция экрана, так же как вот в Мирополисе сейчас она идет, но еще раз подчеркну, она не требует установки дополнительного программного обеспечения, как вот я сегодня утром мучился, так и не смог с рабочего компьютера, где откуда мы обычно вебинары ведем, подключить захват экрана, там специальное, здесь в Мирополисе специальное приложение, и пришлось вот идти на такой другой компьютер, какой, где это как-то сработало. Но на что я еще хочу обратить внимание. Вот посмотрите, внизу, в нижней полосочке, я надеюсь, вам видно, такие аватарки. Ну, в данном случае здесь всего два участника, я как ведущий вебинара, и вот Евгений, который попросил подключиться для иллюстрации того, что это вообще в принципе возможно. Естественно, понятно, это обычно это большее количество. И вот мы когда рассуждали, каким же должен быть вебинар, пришли к выводу, что в принципе он должен быть разным для разных групп. То есть тогда, когда у меня вебинар небольшой, для небольшой группы, там 15-20 условно человек, и тогда, когда их много, ну, много это по-разному может быть, да, у кого-то и 3 человека много, у кого-то и 100 человек не очень много, ну вот условная такая качественная категория много. А отличаются они тем, что в случае, если у меня человек немного участвует, там, ну, в районе там, 15, да, там плюс-минус, то тогда для меня важно, ну, относительно персонифицированно понимать, кто вовлечен и кто не вовлечен. И вот эта степень вовлечения, если там Евгений меня слышит, он там не увлекся, пусть он там что-то в чате напишет. А, ну или я там, допустим, даже напишу, да, что-то в чате. Там вы обратите внимание, да, во-первых, как бы высказывание из чата появляется над аватаркой того, кто произнес. То есть я сразу понимаю, что меня что-то спросили и кто именно. И я могу, если, опять же, людей относительно немного, то есть это не, там средняя или небольшая группа, чисто визуально быстро понимать, кто же меня спрашивает, что достаточно затруднительно, когда я вот смотрю, тут Надежда Юрьевна, Надежда Александровна, ну, с кем-то я из них знаком, да, но вот когда возникает вопрос, нужно же все это прочитать, не воспринять быстро, да, что мы любим делать с помощью картинок, а именно вчитываться в этот процесс вот, чатообразования. Поэтому вот мы немножечко упростили эту схему. Мы сразу стали показывать рядом с образом, с картинкой тот текст, который является актуальным. И он там, он понятно, что в чате он остается, а вот рядом с аватарочком пропадает, такие баллончики. Мне кажется, это такая небольшая находочка, которая для небольших групп, вот я уже повторюсь, там 15-20 человек,
она дает свой положительный эффект в части узнавания конкретно, такой более точечной работы с аудиторией, что ли. Ну и еще раз повторюсь, вот, я надеюсь, что в трансляции это не убивает, но вот вокруг, после того, как я проявил какую-то активность в вебинаре, вот Евгений тоже недавно проявил, вокруг аватарки возникает такое небольшое сияние, что ли, условно, ну, разблюренная тень, да? А ее интенсивность показывает степень вовлечения участника, владельца аватара, в процесс, в котором мы с вами здесь находимся. А чем она ярче, тем он более вовлечен. Со временем, если человек ничего не делает, она сходит на нет, в ноль, да, и мы видим, что часть аудитории у нас вовлечена, она такая как бы подсвеченная чисто визуально. Для меня это при работе с группой это важно. Вот помните, мы говорили про высокую степень интерактивности и на то, насколько люди вовлечены. Для меня, может быть, даже не так принципиально важно, что конкретно люди отвечают на мои вопросы, когда вот я задавал, слышно или нет. Но для меня, например, когда вы отвечали, я там посчитал количество плюсиков. Для меня это индикатор, который показывает, в какой степени вот моя текущая аудитория, там в размере 30 человек, участвующих в вебинаре, она вообще в принципе вовлечена. То есть она вот меня слушает или нет. Это такой, может быть, качественный индикатор, но он тут меня пытаются вернуть в рабочее состояние, в рабочий процесс, значит, но я от вас не уйду никуда. Вот этот индикатор, он показывает, насколько аудитория вовлечена. И вот посмотрите справа, здесь есть общий перечень, да, того, кто подключен к вебинару. Вот они там, товарищи, да. Кто-то кому-то назначен, но не пришел. Вот эти индикаторы с подсветочкой. И вот этот список, он внизу, перечень аватарок, он может быть упорядочен либо по активности, то есть если бы у меня там было там условно 15 человек, то в левой части у меня бы находились те, кто максимально вовлечен в процесс, да, а в хвосте, в подвале где-то те, кто совсем не вовлечен. Я мог бы следить за реакцией и спрашивать, ага, вижу, что Иван Иванович там не вовлечен, например, в аудитории, и задавать вопросы, непосредственно упоминая его, тем самым вовлекая. Вот такой тоже прием, связанный с тем, что мы посчитали, что для многих вовлечение и управление этим вовлечением в процесс взаимодействия важно. Как это важно и для любого преподавателя, ведущего занятий в аудитории, да? Ему важно, чтобы люди смотрели на него, слушали его, а не считали воробьев за окном, или кто у нас тут, бывает, и снегири у нас тут за окном прилетают, поскольку зима. Ну, в общем, ворон, да, обычно считают. Такая тоже вот идея, которую я хотел сказать, которая реализована в этом процессе. Понятно, что для большой аудитории, там где 100 человек или 200, где вы уже не контролируете совершенно конкретно кого-то, эти характеристики не важны, а важны, наверное, такие агрегированные данные, ну там в виде графиков вовлечения, которые вы не будете анализировать, скорее всего, в реальном времени. Это все здесь, все сейчас для реального времени. А можете в отчете получить и посмотреть, с какими тезисами было связано в большей степени всплески реакции аудитории, да, на такие вот обобщенные данные. Про этот тезис тоже я попытался рассказать. Ну и еще из небольших свойств, которые в правой части вебинарной комнаты находятся, про которые я хотел рассказать, следующие. Ну, смайлики. Смайлики, наверное, всем уже известны, да, это как бы мы тут как бы ноу-хау никакого не держим. Ну, понятно, что можно каким-то образом не плюсики ставить, а какие-то эмоции проявлять вот с помощью этих смайликов. Это такая пополняемая библиотека, она не фиксирована, поэтому вы можете вводить свои какие-то, добавлять свои значения туда, не только там улыбки или какие-то такого типа эмоции, но и специфические там из предметной области, например. Да? Тут она глянуть, значит, элементики и добавить сюда какой-то свой. Но не только. Вот смотрите, мы с вами, опять же, вернусь к началу нашего вебинара, когда вы ставили плюсики. А вот сколько плюсиков вы поставили, когда вас там о чем-то спрашивали? Вот трудно, да? Тут небольшой, в принципе, чат, это либо нужно скроллировать его там, высчитывать это, либо, не знаю, кого, секретаря иметь, который будет подсчитывать в реальном времени плюсики. И вот здесь, например, в нашей системе, в нашей вебинарной, это все считается автоматом. Вот для ведущего
сверху доступна такая вкладочка, где он может видеть статистику по как раз этим элементикам, по плюсикам, там, по лайкам условно или улыбочкам, реакции на того, на то, что он говорит. Если я прошу кого-то там, поставьте, там, нравится вам это или не нравится, то аудитория, которая ставит эти элементики, компонентики, вот здесь мы все агрегированно видим. То есть это такой способ голосования, что ли, условно, но с моей точки зрения он гораздо более прост, чем подготовка каких-то вопросов. Вы можете подготовить слайд и задать вопрос на слайде, или даже озвучить его устно, как это обычно делается. Но сама система за вас посчитает, сколько согласны с вашим утверждением, или сколько не согласны, или сколько там проявили заинтересованность, да, в том или ином вопросе. Что характерно, вот эти данные, я их могу, конечно, сбросить, например, если мне нужно повторить какой-то вопрос, но со временем они сами по себе будут сходить на нет. То есть временной лаг такой, 2 минуты заложен, ну, в данном случае, в конкретном, который, если мы не будем ничего делать, через 2 минуты эти данные обнулятся, и мы с вами можем задавать следующий вопрос. Ну, 2 минуты – это обычно как раз время, там, 1,5-2 минуты, отводимое на один слайд, условно, вот почему 2 минуты, при рассказе. Вот такие зависимости. То есть нам не нужно с вами считать эти плюсики и лайки, а система это сделает автоматом за нас, вот мы можем верхние пашечки посмотреть. Ну и тоже из таких небольших находочек, мне кажется, вот смотрите, здесь там умножить на 4, умножить на 2, да, с правой части, тоже рядом с этими элементиками. А для того, чтобы, ну вот там я вас спрашивал, там меня слышно или нет, да, обычно самая распространенная фраза в вебинарах, да, это про слышно меня или нет, там видно меня или нет. Вот для того, чтобы не захламлять ленту чата ну, таким не особо содержательным контентом, мы посчитали, что можно их просто мультиплицировать, да, вот рядом поставить какие-то индикаторы, которые прямо в чате считают, вот там 4 было лайка, да, или там, или там дизлайка было 2, да, соответственно. И вместо того, чтобы иметь длинную ленту разнообразную с вот этим условно информационным мусором, прошу прощения за термин, в чате, мы просто автоматом здесь это агрегируем таким образом, чтобы конспективно показать самое главное, самое важное вот в области работы с чатом. Естественно, если мне чат там не нужен, я могу его убрать, удалить, если мне нужна вот большая, совсем какая-то большая доска, ну, либо вернуть обратно, если есть необходимость. А вот, коллеги, значит, какие такие основные моменты с точки зрения организации интерфейса. Ну, еще несколько прелестей, про которые я хотел сказать, которые являются следствиями, но которыми можно пользоваться. Ну, во-первых, мы можем с вами, конечно же, запустить наш вебинар сразу и в, например, в Facebook. То есть мы можем вести с вами вебинар для ограниченной аудитории, которую мы выбрали, интенсивно с ней работать, но в целях какого-то продвижения или промоушена мероприятия этот вебинар только как бы без интерактива, как в реальном времени, да, как бы как запись, одновременно на свой аккаунт в YouTube вести трансляцию всего, что мы сейчас видим на экране, так же, как это будет потом в записи. Тоже, может быть, не шибко такое какое-то нововведение, наверное, многие это умеют делать, но здесь это поддерживается. И еще есть как бы обратная сторона, помните, я показывал, ну, например, мы с вами можем загрузить сюда ролик, мы уже с вами смотрели, да, мультфильм «На краю земли», но с тем же успехом мы с вами можем сюда и подгрузить и живую трансляцию, например, с YouTube. И вот у нас несколько вебинаров проходило с Игорем Беляниным, который в Екатеринбурге, в Нижнем Новгороде, у него замечательная студия, видеостудия, где там проходят встречи вот, в части электронного обучения такого экспертного сообщества. И как раз там трансляции идут в YouTube, да, и мы могли взаимодействовать с ним, подключая сюда живой поток из YouTube. И не обязательно Игоря Белянина, конечно, но в принципе любой поток, там хоть с телефона опять же вы можете подключить и комментировать это уже в формате
в формате вебинара, значит, вот таким способом, как это может делать сейчас Евгений. Ну и последнее, что я хочу сказать, что камера, естественно, может быть много. Вот сейчас она фактически одна, да, потому что вторую я не могу подключить, потому что она захвачена Мирополисом на некоторое время. Но мы могли бы общаться вдвоем, втроем, четвером. Для этого достаточно просто взять и назначить либо ведущим, либо просто участником любого или любых, любое количество, которое помещается на экране, из тех, кто присутствует на вебинаре. Естественно, только с их согласия, да, вот такая идея. Вот, коллеги, то, что я хотел вам сегодня донести до вас. Я надеюсь, что какие-то особенности, почему, собственно говоря, наш вебинар называется не как у всех, да, потому что все вебинары более-менее друг на друга похожи, камера слева или справа, посередине слайд, слева или справа чат, да, и список участников, ну и набор каких-то инструментов, которых у кого-то больше, у кого-то меньше. Вот здесь мы попытались подойти немножечко по-другому к построению вебинарной комнаты. Есть, конечно, гораздо более функциональные вебинары, наверняка тот же Мирополис обладает большим количеством там настроек или функциональных каких-то вещей, но мы же с вами все прекрасно понимаем, что, как правило, для нас с вами все-таки важен какой-то базовый набор, его реализация и наиболее таких распространенных функций. Вот. И вот с нашей точки зрения самое важное все-таки в вебинаре — это не просто говорящая голова, которую, в принципе, можно записать. И я знаю, что много таких вебинаров проходит, где просто подключают ранее записанные говорящую там условно голову и, в общем-то, не особо по этому поводу беспокоиться. А для нас с вами важна интерактивность, то есть вовлечение, собственно говоря, когда говорят там виртуальный класс или там в нашем случае это Е-класс, мы говорим о том, что мы хотим перенести стиль общения коммуникативного, очного, вот в это удаленное, в эту удаленную среду распределенную, и дать людям инструменты, заменяющие им вот эту визуальную, ну, в кавычках, близость, тактильный контакт и эмоциональное восприятие аудитории, что очень важно, да, при проведении учебных занятий. Я попытался рассказать, какими способами это возможно. Вот, наверное, на этом функционально я завершу свой рассказ. Кроме одной маленькой вещи, сейчас вернемся к нашей презентации. Опять же, ну, про все, что я рассказывал, здесь, в принципе, есть. Вот наш провоз тот же самый, да, Игорь Белянин. И в конце, да, какие-то вещи я не сказал. Сам этот модуль, он может существовать автономно, самостоятельно, самодостаточно. И я сейчас покажу, как его попробовать вам. Расскажу, но и может быть интегрирован. Он интегрирован в первую очередь с нашим основным продуктом, это E-Learning Server 4G, это LMS-система, которая вот во многих вузах и других организациях установлена. На одном из первых слайдов вы это видели, там и Уральский федеральный университет, и другие, тот же Нижегородский технический университет. И, естественно, это с наиболее распространенным программным обучением тоже интегрируется, к примеру, с Moodle, который много где тоже используется. Вот. И последнее, что я хочу сказать, что есть такой сайт для вас, который называется eclass.elearn.ru, на котором вы можете самостоятельно попробовать часть, ну, как бы такой демонстрационный вариант нашего вебинара eClass'а, там зарегистрироваться и получите ссылочку по электронной почте, пройдя по которой вы получите права на вещание в такой виртуальной комнате, как я показывал это сегодня. Будем рады, если вам это каким-то образом поможет или что-то вы там сможете попробовать. Если какие-то есть вопросы, с удовольствием отвечу на них. Здесь есть адрес электронной почты, тоже на последнем слайде, и телефона. Также есть он и на сайте, на этом, про который я говорил. Буду рад, если вам это некоторым образом поможет в чем-то. Спасибо, коллеги, за внимание. Надеюсь, что-то полезное вы извлекли из этого. И постараюсь ответить на вопросы, если они есть.
Надежда Юрьевна задавала вопрос, в чем смысл присутствия Евгения в кадре. Ему явно, ну, он просто занимается своим делом, он там работает на своем рабочем месте, но смысл его присутствия там продемонстрировать вам, что что первое, он работает, а второе, что для использования вебинарной комнаты нашей, про которую я рассказывал, да, E-класс, достаточно одного смартфона и, в общем, вот. Надеюсь, что ответил на вопрос. Если с вашей точки зрения он там слишком сильно задержался в своем рабочем месте и смартфоне, то я прошу прощения, что не досмотрел суматохи за этим. Так. Вот Елена Юрьевна спрашивает. Можно посмотреть полную статистику подключения вебинара. Да, статистику такую можно посмотреть, но это отдельный отчет, который пока что недоступен из общей вебинарной комнаты. Ну, отдельный отчет можно сгенерировать в том случае, если, например, он установлен, интегрирован с Elenium сервером, то вот в генераторе, в конструкторе отчетов, там можно составить отчет по статистике, да. Ну что ж, коллеги, спасибо вам большое за внимание, за то, что вы нашли вот время посетить наше мероприятие, в нем поучаствовать. Введение мы сейчас отключим, это моя вина. Вот, Павел. Дорогие друзья, давайте поблагодарим Дмитрия за замечательный вебинар. Еще раз убедился, что система E-класс весьма хороша. Обратите, пожалуйста, на нее внимание, если будете выбирать вебинарную систему себе. Хотел бы вас тоже поблагодарить за те вопросы, которые вы задавали, и напомнить, что Директ Академия – это вебинар каждый день. Приходите к нам каждый день, мы будем приглашать, стараться приглашать таких же интересных спикеров, как Дмитрий. Не всегда это будет получаться, но мы будем стараться. Мне осталось с вами проститься и пригласить вас на все наши мероприятия, которые проходят. Дмитрий, огромное спасибо. Весны. Yes,